Привет, друзья, это канал Music Market, меня зовут Иван Захаренко. В нашем сегодняшнем видео речь пойдет о французской компании LA, которая занимается производством различных видов гитар и укулеле. Появилась эта компания в 1981 году на солнечном юге Франции и практически сразу же стала синонимом отличного качества и безупречного стиля. Гитары LA представлены более чем в 30 странах мира и, на наш взгляд, заслуживают особого внимания, поэтому самое время познакомиться с ними поближе. Готовы? Поехали! Как правило, большинство акустических гитар изготавливают из схожих материалов. И хотя технологии производства и звучания могут различаться, узнать производителя инструмента, не глядя на логотип, порой практически невозможно. С гитарами LA все обстоит иначе, ведь первое, что бросается в глаза, их элегантный, проработанный до мелочей дизайн. Все акустики и электроакустики этого бренда украшают черные матовые колки особой формы, фирменное рельефное перо грифа, графитовые порожки и овальное резонаторное отверстие, украшенное окситоном. Британским крестом, который подчеркивает связь инструмента с Францией и ее историей. Но изящный стиль далеко не единственное преимущество гитар LA, ведь их звучание не уступает их внешнему виду. Все модели изготавливают из тщательно отобранных материалов, прошедших специальную подготовку. Для верхних дек используют исключительно цельную древесину, а для нижних различные виды красного дерева, в том числе экзотическое змеиное дерево и огненный аванкол. Отдельного внимания заслуживает накладка на гриф, ее делают из новозеландской сосны, прошедшей комплексную обработку в компании Blackwood Tech. Особые технологии позволяют превратить сосну в очень плотную древесину, содержание влаги в которой составляет всего 5%. По своим акустическим свойствам и внешнему виду она очень схожа с дорогостоящими палисандром и эбони, но при этом в меньшей степени подвержена негативному воздействию от перепадов температуры и влажности. А ее использование позволяет сохранить редкие деревья, находящиеся на грани исчезновения. Линейка акустических и электроакустических гитар LA носит название Tramontane, но при этом все инструменты можно разделить на две серии – Natural с матовым покрытием и Traditional с глянцевым покрытием. К серии Natural относятся модели T70D с верхней декой из массива ели, T170 с верхней декой из красного кедра класса 2А и T270 с верхней декой из массива ели Энгельмана класса 2А и нижней декой из мексиканского змеиного дерева. Среди моделей есть и инструменты в корпусе Dreadnought и Auditorium, а также необычные решения, как, например, гитара TN70A в корпусе Auditorium с нейлоновыми струнами и шириной грифа в 47 мм. В серии Traditional моделей чуть больше. Это T88 с верхней декой из массива ели Энгельмана, T98 целиком выполненный из тропической каи, T118 с верхней декой из массива красного кедра и T318 с верхней декой из массива ели Энгельмана и нижней декой из огненного аванкола. Thank you.
Помимо этого, компания LAK изготавливает кастомные подписные инструменты серия Special Edition, а также оригинальную линейку LAK Graphic Collection, в которую в 2020 году вошло 6 инструментов с артами современных художников, объединенных общей идеей и концепцией под названием Wings. Давайте послушаем, как звучат эти по-настоящему красивые гитары. Итак, друзья, подводя небольшой итог о гитарах LAK, поделюсь с вами своим субъективным мнением. Лично мне эти гитары очень импонируют. На мой взгляд, они одни из самых лучших в среднем ценовом диапазоне. Поэтому, если вы ищете качественный и надежный инструмент, который прослужит вам не один год, ну и также, как и я, любите еще и красивые вещи, друзья, еще раз обращу ваше внимание на потрясающий дизайн инструментов LAK, то определенно вам нужно рассмотреть эти гитары, друзья. Все ссылочки на сегодняшние гитары вы можете найти в описании. Ну а мы с вами традиционно увидимся уже в новых обзорах на канале Music Market. Меня зовут Иван Захаренко. До встречи. Пока!